Конкурс «Студенческая весна» – это вызов и открытие новых горизонтов для каждого участника. Ведь выход на сцену – это проверка своих возможностей. С такими словами обратился глава КОМИ к победителям регионального этапа 32-й российской студенческой весны. На сцене КОМИ Республиканской филармонии прошел гала-концерт. Выступили 355 участников со всей республики. В течение вечера конкурсанты продемонстрировали свои таланты в различных направлениях. Это вокал, танец, хореография, театральное мастерство, медиа и арт. Студенческая весна. Это действительно уже поначалу ясно, что будет яркое и запоминающее событие. Ну и прежде всего, конечно, для самих участников, потому что конкурс дает возможность показать свои таланты, пообщаться со сверстниками и, конечно, показать максимум, на что вы способны. Ну и очень важно, что с каждым годом количество участников в конкурсе растет. В прошлом году подали заявки 229 человек, а в этом году уже 355 студентов. «Студенческая весна» – это самый масштабный творческий конкурс. Ежегодно по всей стране в нем принимают участие более 1,5 миллиона студентов вузов и колледжей. В этом году конкурс проходил в 3 этапа – заочный, прослушивание и гала-концерт. Победители регионального этапа представят республику на российском конкурсе. Он пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. Там выступят студенты высших учебных заведений. А для участников студентов колледжей и техникумов федеральный этап конкурса пройдет в Ставрополе с 11 по 17 июня.